С добрым утром! Меня зовут Александр Дмитриев. Готовим с Redmond. Сегодня я приготовлю запеченную свинину с яблоком и хурмой, которая прекрасно подойдет для праздничного стола. Для обжарки свинины я буду использовать мультиварку Redmond с подъемным теном. Выбираю режим «Жарко» и запускаю программу. Отправляю свинину на разогретую сковороду. Далее нарезаю дольками яблоко, хурму и репчатый лук. Теперь делаю надрезы в обжаренном мясе. Далее фарширую мясо яблоком, луком и хурмой. Смешиваю мед с корицей и паприкой. Перекладываю мясо на фольгу. Поливаю смесью меда и специй. Доводить мясо до готовности я буду в аэрогриле. Выбираю время приготовления 1 час при температуре 160 градусов. Такое блюдо из свинины займет центральное место на праздничном столе. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Redmond и с наступающим Новым годом!